Всем привет! Хотел бы по поводу одной ситуации пообщаться, которая сейчас громко обсуждается в интернете. Я там вижу, Эдуард Вартанян видео записывает, Ильяс Якубов видео записывает. Сразу скажу, я каждую нацию уважаю, в каждой национальности есть хорошие и плохие люди. Я не какой-то нацист, но я люблю свою родину, я горжусь, что я армянин, и горжусь своей нацией. И горжусь, что я христианин. Но каждую религию я уважаю. И ценю, что у меня есть друзья другой религии. Близкие мои друзья, мои братья, которыми могу их братьями назвать. Но скажу Ильясу, что Ильяс, брат, не стоит лезть туда. Я думаю, что в твоей национальности, если кто-то что-то бы сделал бы, и другая нация, если бы лезла, тебе бы не понравилось. Так и тут. Я думаю, что армяне сами разберутся. Всем мира, ребят.